Мы сегодня с вами поговорим о наших блестящих материалах, да, как с ними работать, какие у нас есть блестящие наши гели и вообще, какие у нас есть крутые там цвета. Привет, привет еще раз, девчонки. Итак, поехали. Первое, что я вам хочу показать, это наш гель-лак, новиночка. Вот такой вот гель-лак, называется «Звездная пыль». Очень крутая штука, девчонки, и по цене совсем недорого. Всего лишь навсего 400 рублей 10 мл. То есть очень большой, на мой взгляд, пузырек. И самое у него это то, что его характеристика в том, что он, девчонки, наносится в один слой. Это перламутровый гель-лак. Да, хотя казалось бы, что перламутровые, они обычно очень тяжело нанесения, они полосят и, к сожалению, не так ложатся, как бы нам хотелось. Вот. Но как раз-таки вот эти гель-лаки – это что-то нечто. Начинается. Спасибо, девочки, спасибо. Все для вас, все для вас. Так, смотрите, это у нас сейчас идет оттеночек под номером 6. Очень люблю этот цвет именно в этой серии гель-лаков. Вот, он, знаете как, он, я вообще люблю больше необычные оттенки. И когда я его наношу, да, вот такой он крутой, вот, то он и не беж, и не розовый, что-то нечто среднее. Поэтому при нанесении у клиентов, я вам честно говорю, что этот цвет просто полюбится. И как видите, что он наносится просто идеально, нигде никаких проплешин, ничего нету. Даже если, говорю, вы просто спасибо, старалась для вас. Вот. Даже если вы будете их, в принципе, носить клиентам, да, на прозрачную базу, то второго слоя вам абсолютно не понадобится. Это очень круто, и я считаю, что это очень классно. Вот. Сейчас у меня был оттеночек под номером 6. Следующий цвет также хочу я вам представить. Это у нас тот же, в принципе, да, «Звездная пыль». Девчонки, смотрите, в коллекции всего 10 оттенков. В принципе, те, которые у вас каталог цвета есть в каталоге указаны, они все соответствуют. То есть, если там у нас идет первая серия из 4 гель-лаков, которые светлые, то они отличаются лишь блестками, которые идут внутри, то есть пигмент. Либо он отдает слегка за розовеньким, либо слегка золотым, либо слегка серебро и голубой. То есть они, в принципе, основа у них все одинаково, и, соответственно, получается, что вы выбираете только по оттенкам, которые вам нравятся. Ну и давайте еще один нанесем. Это 8 номер, он красивый розовый. Это для тех, кто любит такой прям сказочный Барби цвет, я его так зову. Хотя он очень нежненький. Вот. И могу вам сказать одно, девочки, что перламутр опять возвращается. Опять он становится в моде. Вот. И я всегда говорю, вспоминаю, что помните, вот у нас всегда у наших мам, бабушек стоял где-то далеко-далеко, для меня это было, допустим, на полочке, вот, и стоял перламутровый лак. Я, конечно, всегда очень вставала на стульчик, доставала его, красила себе идеально красивые ногти, в кавычках, да, назовем это, вот. Но это было вот именно как раз-таки вот такие вот оттенки цвета. Это правда было, и это было очень круто. Вот. Так что это у нас сейчас оттенок был, девчонки, под номером 8. Консистенции они достаточно густые, в принципе. Вот, смотрите, то есть, да, они не жидкие абсолютно, то есть они не будут у вас растекаться, они будут идеально ложиться. И поэтому за счет этого вы понимаете, то есть как они будут тоже смотреться у вас на клиентах, допустим, на море, да, скоро солнышко, весна начнется, лето. И я думаю, что вот такой блеск, это будет что-то нечто. Конечно, будет эффект потрясающий. А самое главное, девчонки, выигрышный момент для тех, кто не умеет рисовать. На них практически уже ничего не надо рисовать. Вот. И я думаю, что... Фу, тут не четкие девочки. Но у меня, допустим, все четко. Я не знаю... В принципе, получается, что... Так, давайте, если я еще раз чуть-чуть вот так, может быть, мы увеличим
слегка. Вот, то получается, что, говорю, у вас был как раз-таки замет, он в топовых позициях у ваших клиентов. Так, девчонки, следующий наш тоже блестящий гель-лак – это колотые стразы. Это колотые стразы, которые, в принципе, знаете, как я всегда говорю, не найдете вы ему аналога, потому что насколько он круто переливается, это, ну, это нереально. Вообще, я когда его начинаю наносить чисто на уже на типсу, когда веду семинар девочкам, да, они сидят уже считают, сколько им нужно купить, сколько им нужно оттенков купить, чтобы у них была полная коллекция. Потому что мало того, что у них есть блески, перламутр, у них еще и ко всему же есть голография, крупные голографические блески. За счет этого они смотрятся как будто мелкие частички страз. Вот, вот, теперь норм. Но это хорошо. Я стараюсь только для вас. Единственное, конечно, если хотите добиться яркости, такие оттенки их лучше, ну, покрывать в два слоя, тогда будет это четко, ярко и круто. Так, это у нас был с вами номер 6. Теперь мы возьмем оттеночек под номером 8. Он у нас такой фиолетовый, красивый очень цвет. Конечно же, тоже он идет с частичками голографии. То есть они все практически, девчонки, кроме 12-го, идут с голографическим эффектом. Вот смотрите, какой крутой, да, переливается, конечно, нереально. Я всегда еще, знаете, как беру фонарик, включаю и начинаю наводить. То есть сразу эффект вообще смотрится намного по-другому. И, конечно, блеск стоит нереальный. Вот смотрите, как круто вообще. Поэтому они называются колотые стразы, потому что за счет именно вот этого своего блеска. Так, следующий оттенок. Кстати, девчонки, из этой серии офигенный очень цвет под номером 11. Попробуйте обязательно его. Вот, смотрите, их у нас в коллекции 12. Цена их тоже 400 рублей. Но попробуйте вот этот графитовый цвет. Это что-то вообще. Это что-то вообще, правда. Вы, кстати, можете прикрывать колотые стразы нашими витражными гелями Bon Paris и приобретать любой цвет, да, то есть у вас будут они смотреться еще как в 3D объеме. И это, конечно же, создает эффект дополнительный и смотрится очень-очень даже круто. Так, следующий наш номер лот. Это у нас колотые стразы под номером 5. Это как раз-таки нежный такой розовый оттенок. Я думаю, что его даже можно добавлять, когда вы сделаете какие-нибудь нюдовые бледно-розовые ноготочки и добавить вот такой один. Это будет смотреться очень даже круто. Кстати, девчонки, можете из этих колотых страз создавать камни, пожалуйста. То есть эффект натуральных камней. Я думаю, что посмотрите, как блестит. Это же вообще нереальная красота, да? То есть, а на солнышке, это, я думаю, что будет вырви глаз, однозначно. А, вот, значит, просушиваем в лампе то же самое. И, девчонки, могу вам что еще сказать? У нас есть здесь первые 4 оттенка. А, вот этот троечка, он не беж идет, как, допустим, у нас указано в каталоге. Он идет, я бы даже, знаете, как назвала его, таким легким-легким-легким шоколадным оттенком. Очень красивый, советую попробовать. Вчера вот буквально вела семинар в Москве, девочки на этот цвет очень запали. Прям тройка их реально вот взбудоражила, потому что ну, смотрится круто. Он как какой нежный, даже какао я бы, наверное, больше его назвала. Вот. А вот эти как раз 3 цвета, они более идут из бежевой серии, поэтому те, кто у вас любит спокойные, не кричащие такие оттеночки, вот, я могу вам сейчас как раз его продемонстрировать. Это у нас номер 1. Единичка, он такой, знаете, как холодное золото у него идет. Прям холодное-холодное такое золото. Ну, тоже красивое, очень-очень. Нежный такой бежевенький. Покажите семерку. Не покажу. С собой не взяла, девчонки, потому что взяла несколько оттенков для того, чтобы
Просто вам показать нанесения, какие они. Если что, семерка, он идет чисто зеленый оттенок. У него такой прям красивый, чисто зеленый. Для тех, кто любит именно зелень. Там не бирюза, там именно зеленый цвет. Вот, поэтому не покажу. Так, девочки, и как я вам говорила, что, да, 12-й цвет, это у нас чистое серебро. Серебро, которое идет уже без голографии. Кто любит чистую классику, но чтобы прям вот блестел и был плотный, красивый серебристый оттеночек. Это вот как раз-таки у нас номер 12. Да, я вам говорила, что он один идет из серии без голографии и отдает только одним оттенком. Да, вот такой у нас крутой гель-лак колотой стразы. Так, ну и что, потихонечку мы с вами переходим к другим нашим блестящим гель-лакам. И когда, конечно, знаете, как начинаешь показывать, прям в глазах потом начинает все рябить. Настолько все ярко, красиво переливается. Я, конечно, когда тоже работала мастером, ну, вот честно могу вам сказать, что я не могла вот пройти мимо вот таких вот гель-лаков. Я всегда себе, если иду покупать какую-то серию очередную, то я брала что-то блестящее и так далее. Но это у меня, наверное, в крови. Но не могу я без этого. Так, доставка у нас есть, конечно, девчонки. Серебро, самый топчик, отвечаю. Да, спасибо, это топчик, точно. Но он всегда, это холодный оттенок, который подходит, в принципе, да, все. Доставка у нас есть, есть интернет-магазин, где вы можете зайти, конечно же, да, и посмотреть обязательно, ну, в наличии у нас, вот они, наши интернет-магазинчики и наши сайты, где вы можете. Девчонки, зайдите, пожалуйста, в интернет-магазин, с вами свяжется менеджер и обязательно вам все расскажет, от какой суммы доставка. И также у нас есть наши представители в каждом, в принципе, ну, я думаю, что уже, наверное, практически в каждом городе, что-то скромного скрывать, да, вот. И вы можете, смотрите, у нас есть на нашем сайте вот такой вот раздел «Наши представители». И здесь, конечно же, есть все номера, адреса, где вы можете посмотреть. И я думаю, что Германия, кто-то у меня спрашивал, тоже здесь есть. Вот, так что зайдите, посмотрите координаты, и я думаю, что вы сможете заполучить наши крутые блестящие гель-лаки. 11-й тоже не покажу. Видите, какая хитрая, да? Я вас заинтриговала, сама ничего не показываю. Вот, потому что взяла чисто вот, ну, буквально 5 штучек, чтобы вот показать вам. У меня, девчонки, на самом деле, и не знаю, куда делся он, нету, вот. Так что, ну, я вам уверяю, что он крутой. Вы можете мне верить на слово. Вот, ногти показать, ну, давайте покажу, господи, вот вам ногти, ну, как же ей, да? Не покажу вам ногти, раз просите, вот, то держите. Это, кстати, наши растекашки, черная подложка леди, и на ней леди Сноу накапано. Так что очень даже круто смотрится, да, я думаю, что многие не знают, как их применять, их можно применять ого-го где. Вот, так что, но не спрашивайте, сколько мне понадобилось их сделать себе, потому что это очень-очень трудоемкая работа. Так, девчонки, поехали, следующий наш блестящий гель-лак, это Cosmo Star. Очень тоже крутая серия в плане того, что там необычные хлопья. Хлопья. Нет, девчонки, это не рисовано, это выкладной френч. Это все выкладная система. Так, смотрите, Cosmo Star, это гель-лак наш тоже, 10 мл, 390 рублей. Очень красивый такой цвет. Это у нас номер 2. Здесь как раз преобладают и синий, и фиолетовый, и зеленый. Очень-очень-очень даже прям красивенько смотрится. Сейчас мы его так сделаем. О, сфокусировали. Он прям реально как космос, да, такой. Я думаю, что если его даже покрывать не глянцем, а именно вельветом, это будет намного круче смотреться и дороже. Потому что, ну, знаете как, вот такие
гель-лаки, считаю, которые идут на основу, их, ну, скажем так, дороже всего, когда вы покрываете именно вельветом. Это Бурятия с нами, ура, мы тоже с вами. Вот, поэтому я думаю, что, ну, это будет намного интереснее. И сейчас вообще вельвет, он больше, скажем так, преобладает уже в дизайнах, вот, поэтому попробуйте лучше перекалывать вельветами. На черную подложку надо. Нет, девчонки, на любую темную, там, можете даже на красную. Но единственное, не советую на белое это делать, потому что вот такие вот именно гель-лаки, которые идут на прозрачной основе, да, потому что, смотрите, основа у него прозрачная. И за счет этих блесток, за счет именно вот этих хлопьев, может давать легкий эффект желтого оттенка. Именно потому, что там присутствуют, да, блесточки. Вот, поэтому на желтый не советую, дабы не смотрелось это как будто, ну, ногти выгорели у клиента, либо он на солнышке пожарился. То есть, ну, нежелательно этого делать. Все вот эти блестящие гель-лаки в лампе просушиваете одну минуточку. Этого достаточно. Кстати, мне из этой серии еще нравится оттенок под номером 6. Всего их в этой серии 6 цветов. Цена их 390 рублей. А вот, так что я думаю, что, если не смотрите, с какими ценами к вам пришла вкусными, да, что, ну, абсолютно, я думаю, что все приемлемо и можно обязательно приобретать. Тут у нас уже, как видите, добавлено и розовый оттенок, и золотой, и есть слегка такой зеленый присутствует, поэтому он более как холодный, и мне он ближе, мне он больше нравится. Какой вельветовый топ хороший? Девчонки, дело не в какой вельветовый хороший. У нас их, допустим, в компании 3. Спасибо за семинар вчерашний. Вот, видите, девочки хвалят. Пожалуйста, я тоже очень-очень рада, что вы вчера у нас были. Так, девчонки, дело не в том, что какой хороший вельветовый топ, да? Дело в том, как вы его наносите. Вот, смотрите, у нас есть Финиш Вельвет, тоже обалденный топ, кстати, сейчас на него в рознице идет, девчонки, акция, вот, очень хорошая. Есть Финиш Роял Вельвет и есть Вельвет Глам. Здесь просто идет у них сам эффект. Если у Глама у него идет нежное, вельветовое, мягкое покрытие, как ткань. То есть и под ним, причем все, допустим, блески, фольга смотрятся как будто... Эффект хайлайтера создается, то есть он отражает свет и не прикрывает его. Посмотреть продукцию вы можете на нашем сайте, либо у наших представителей, ну, зайдите на наш сайт nikonagel.com, и там, конечно же, вы сможете просмотреть про всю нашу продукцию, узнать о наших менеджеров, может быть, есть представители в вашем городе наш, и, соответственно, можете прийти не только посмотреть, но и открыть, понюхать и выбрать. Так. Вот, что касается девчонки Роял Вельвета, у него идет более, скажем так, уже поверхность погрубее, да, я не назову прям совсем грубо, нет, они все вельветы, и вельвет обычный, вот, он, девчонки, чем хорош, что на нем очень классно работают акварельные капельки, что он тоже абсолютно не съедает оттенка, вот, просто знаете как, я вот такие покрытия всегда, когда слышу, как наносят, вот, их нужно, скажем так, наносить, во-первых, тоненько и лучше всего на темные оттенки, девочки, поверх глянца. Это будет, честно могу вам сказать, лучше, потому что, когда у вас, объясню, когда у вас ходит клиент, вы при толстом нанесении, да, у него начинает стираться покрытие на кончиках. Он ручку кладет в карман, он постоянно в сумку лезет, то есть что-то делает именно в основном кончиками. Он трет, он стирает, вот, и, конечно же, когда он начинает сниматься в покрытие по свободному краю, вот, у вас пачкается именно цвет, под которым находится, под вельветом цвет, который, да, под вельветом находится, он и пачкается у вас. Это не пачкается покрытие вельветовое, это именно пачкается у вас цвет. Поэтому, если вы будете наносить это на глянец, то могу вам сказать, 100% у вас будет идеально ложиться. И это тоже гарантия того, что клиент проходит у вас хорошо.
Ну, это вам так, мы отошли немножко от темы, но я думаю, что сейчас вот кто мне написал, Светлана, на светлом обычно пачкается некрасиво, я на ваш вопрос ответила, да? И вы теперь будете делать это правильно. Растекашки цены можно и где посмотреть можно? То же самое. Здравствуйте, Анастасия, вы сможете посмотреть это на нашем сайте. Вот, и растекашки цены, девчонки, они есть в наборе у нас. Это вот такие наборчики на черной подложке, на белой. Цена их стоит 2200. И можно еще купить по отдельности. То есть вот они есть, цвета представлены. Цена их 520 рублей. И вот они у нас подложечки на белой и на черной по 660. Но выгоднее вам, конечно же, все-таки брать наборами. Это будет круче. И, кстати, вы эти цвета можете просто даже применять как покрытие однотонное. Вот, поэтому у них универсальные свойства, у этих лилаков леди. Так что я их тоже очень люблю. Девчонки, замечательно, я хожу с такими ногтями, потому что я, наоборот, не могу с короткими. Для меня это вообще сразу плакать хочется. Так что все хорошо. Так, нет, девчоночки, попробуйте, вот как я вам сказала, тонким слоем нанести, и все у вас будет идеально. Потому что вот кому я советовала, девочкам, да, когда я также приезжаю на семинар, в принципе, девчонки слушаются, делают, и потом говорят, да, действительно, все хорошо. И, кстати, девчонки, не запечатывайте топом торец. Да, потому что когда вы начинаете его запечатывать, он скалывается, и что происходит? То же самое идет, та же история. Так, девочки, следующий гель-лак, который я хочу вам тоже показать, это призма. Что такое призма? Это призма, гель-лак, который, ну, скажем так, мы решили... Привет из Белгорода. Привет, да, это я. Скоро увидимся, девочки. В апреле у вас буду. Так, призма – это у нас гель-лак, который заменяет нам с вами втирку. То есть, что это дает? Вы не тратите такое огромное количество материала, у вас нигде он не по бокам не остается, да, и все аккуратно наносите в один слой. Призма наносится как на подложку, так можете и на, допустим, камуфлирующую базу. Девчонки, это очень экономичная, на самом деле, клевая штука, да, которую вы можете реально пользоваться и не бояться, что у вас ваша втирочка, там, да, которая баночка стоит 800 рублей, вот такая голография призмы именно. Вот я сейчас покажу вам здесь тоже на кисточке, если видно. Сфокусируйся, телефончик. Вот, в Ленинграде мы есть. Вот, и вы, конечно же, когда начинаете ее втирать, она остается по краям ногтей, да, это нам тоже не нужно, это идет лишний расход. Цена призмы 770 рублей. Вот, но здесь 5 мл, девчонки, и расход у нее, еще раз говорю, минимальный, в один слой все кладется. И, конечно же, знаете, бывает еще такое, ой, и это у нас раз по всему, можно сказать, столу офигенно легло, да, то есть все это у нас рассыпалось. И я думаю, что так будет намного экономичнее вам, и нанесение будет круче. Вы можете, кстати, использовать ее на черный, на белый и на цветные покрытия тоже, не обязательно только черный, белый или прозрачка. Вот, так что я думаю, что... И клево, что, знаете, еще у нее консистенция густая. То есть, видите, не жидкая она абсолютно. Я держу кисточку, у меня ничего не капает. Вот. И вы можете не бояться, что при нанесении она у вас будет куда-то растекаться, вытекать и так далее. Попробуйте. Кстати, девчонки, очень круто она смотрится на ярких оттенках. На ярко-розовом, на ярко-каком-нибудь коралловом. То есть, ну, все, как вы всегда делаете, вот эти вот втирки, голографии, все то же самое. Так, ну давайте еще расскажу вам про один наш гель, без которого я, наверное, ну, вообще не вижу жизни. Это наши наборы сусальное золото, серебро и сусальная роза и бронза.
Девчонки, это очень крутые гели в плане того, что они необыкновенно блестят. Они очень суперски блестят. Кто-то там чихает, и это правда. Потому что я всегда говорю, я не умею врать. Вот. И, конечно, блеск у них стоит нереальный. У меня здесь три. Есть еще бронза. Бронза, это, девчонки, между, получается, золотом, серебром. Вот. Девочки, призма сохнет только в лампе. Это гель. О, поэтому все сушим в лампе. Все, что я вам сегодня рассказываю, только сушим в лампе. Никаких воздухов, пожалуйста. Вот. Для чего они нам нужны? Вы можете покрывать им полностью ноготочек, вы можете делать прорисовки тонкие, да, вы можете делать им жидкие камни, то есть все, что угодно. У меня, кстати, как-то девочка училась на курсе, и она говорит, боже, у вас есть какой-то крутой золотой гель, вообще, вот прям, вот правда крутой. Как же он блестит? Он прям, говорит, похож на зуб таджика. Вот, и я теперь, понимаете, вспоминаю каждый раз и говорю, что вот, говорю, девочка вот настолько прониклась этим гелем, да, золотым, что вот он у нее реально очень ей в душу запал и правда круто смотрится. Полностью ноготок жалко. Что вам жалко-то? Ну, хватит жалеть, он очень густой, он очень плотный. В один слой у вас ляжет. Прекращайте, жалко им. Вот. Так что не жалейте. Да, девчонки, была у нас призма, которая сохла на воздухе. Сейчас нет, это гель-лак. Так что все сохнет в лампе. Единственный момент, если вы будете сусальное золото, без разницы, там бронза, роза, что у вас будет, покрывать полностью на ноготь, что я вам советую? Пройдитесь тонким бафом, либо пилкой уже, которая совсем мягкая, по торцам, праймер у нас идет, и только тогда вы перекрываете топом, обязательно. Потому что бывает так, что, знаете, как запечатывают именно этим гелем, запечатывают потом топом, и происходит скол. За счет того, что гель очень по своей структуре идет крупные хлопья, и ложится он, соответственно, застывает, как камень. И получается, что при малейшем каком-то ударе будет происходить скол. Так что, девчоночки, моего совета прослушайте, послушайте и делайте, как я вам сказала. И все у вас будет тогда красиво. Вы можете, кстати, использовать его как в растяжку. Кому жалко, используйте его в растяжечку. Тоже будет очень даже красиво. Я вам даже могу, знаете, как сделать вот так его на пальчик. Посмотрите, как он, ну, вот какие у него хлопья, чтобы вы видели, как он вообще круто, нереально блестит. Ну, честно, вообще блеск, конечно, нереальный у него. Очень-очень красивый. В наборе, кстати, девочки, идет к сусальному золоту и серебру фольга. Фольга офигенная. Очень тонкая и отпечатывает просто супер. Потому что при прорисовке, либо полностью, когда вы перекрыли, вот, полностью, когда вы перекрыли, вы можете еще отпечатать фольгу, и у вас будет смотреться, как будто прям ногти, знаете, как реально вот прям золото либо сталь, но очень-очень круто. Для клиентов ничего не жалко. Правильно, не надо для них жалеть, они же у вас крутые, они вам деньги платят. Как для них жалеть? Вы просто берите с них денег побольше и все, и не жалейте. Скажите, пожалуйста, как красиво можно делать фрески? Фрески можно делать красиво. Девчонки, да их на самом деле что хотите. Хотите, добавляйте их к акварели, хотите, их добавляйте к лепке, хотите, их добавляйте к стразам. То есть, да, можно еще в страз добавлять. Вот. Потом можете... Господи, ну у них очень много чего применения. Поэтому я вам тут сейчас дело, конечно, перечисляла. Ого-го. Вот. Поэтому мы в следующий раз об этом с вами обязательно поговорим. Это не жидкий металл, это сусальное серебро, роза и золото. Так, ну что, мои хорошие, будем заканчивать. Я обязательно к вам еще вернусь. Мы с вами поговорим еще на разные темы, не переживайте. Видите, то есть я за этот эфир могу вам рассказать не только про блестюшки, но и про многое другое. Вот.
Нет, это у меня нарисовано, девчонки, стереотинт. Это в следующий раз обязательно про него расскажу, как им работать. Договорились? Вот, спасибо вам огромное, что были с нами. Спасибо всем. Всем доброго вечера, хорошего вечера и до новых встреч. Пока-пока.